Сезон белорусского пляжного футбола завершался вместе с Кубком Республики Беларусь, который принимал город Щучин, и где 8 команд, начиная с отборочного раунда, определяли участников полуфинальных баталий. И далее спор за выход в финал. И, наконец, главный матч. Там непосредственно решалась судьба второго по значимости трофея республиканского клубного футбола. Кубок Беларуси проходил у нас с участием 8 команд, в чемпионате было 6. Все области были задействованы. Турнир получился очень интересным. Раньше были группы, сейчас сразу проигрываешь, вылетаешь по олимпийской системе. Мы попали на сильного соперника, на команду из Бреста. Это, наверное, был наш лучший поединок в сезоне. Два тайма мы вели с разницей в 2 мяча, но в концовке вот часто бывало, что на концовке нам не удавались, а Брест очень хорошо играет в третьих периодах, поэтому вот они накатили мощно, и мы не смогли устоять, но игрой, ребят, я полностью доволен. Отметим, что в Кубке в четвертьфинале команда МСиди поначалу вела 4-2, но затем, к сожалению, уступила 4-6. И голы, проведенные нашими земляками, забивали Максим Летяга, Дмитрий Вергиенко, Иван Борисенко и сам Иван Трофимов, который, как оценивает сезон 2020 года для команды МСиди? Сезон получился у нас, в принципе, стабильный, но, наверное, больше с плохой точки зрения стабильный. Мы уже вот и в том году, и в этом находимся где-то вот в середине, чуть ниже турнирной таблицы, да, занимаем предпоследнее, предпоследнее место. Хотелось бы, конечно, лучше, но нужно учитывать факторы, что все-таки остальные команды усиливаются игроками сборной, российскими легионерами, мы играем своими ребятами. Вот хотелось бы отметить, что новые ребята после Лиги Полесья пляжные появились в команде. Хорошо себя зарекомендовали на Кубке. Надеюсь, в следующем году проявят себя. Отметим по итогам всего сезона капитана команды Игоря Найбича, Леонида Лавринчука, Юрия Яркова и его тезку Самуилика, а также предварим чемпионат и Кубок Мозырского района по классическому футболу, который со следующей недели стартует матчами кругового турнира. В нем будут разыгрываться медали чемпионата столицы Полесья. На старт выйдут 6 коллективов, а именно «Пандоры», «МЧС», «Монтажник», «Райжелкомхоз», «Мозырсоль» и сильнейшая команда Мозырского района 2019 года – сборная нефтеперерабатывающего завода.